Всем привет, я Фарис Мамедов, и сегодня на FM Live мы за кулисами фестиваля «Каку». Пойдем. Че, уже пора идти? Минуту до выхода на сцену. Боишься? А? Нет. Я переживаю. Правильно. Нифига не слышно, правда, но окей. Вот такой небольшой обзор о том, как прошло Гаку Даусы, выступление Данелли и наша тусовка на автопати Гаку получилось. Я думаю, вам было интересно. Не забывайте комментировать, ставить лайки, подписываться на канал. Время 3 часа ночи. До скорой встречи на FM Live.